И всем, и поиграл мои квадраточи. Мы сегодня отправляемся в Stalker 2, наконец-то таки. Долго ждал я загрузку, она сорвалась, потом, короче говоря, вторая загрузка. И опускаемся в Stalker 2, в самое сердце Чернобыля. Поставьте лайки, потому что лайки — это наше все. Мы начинаем Stalker 2 и пробежимся по настройкам. Все, средне-высокие настройки. Высокая, волосы средняя, детализация объекта высокая, качество эффекта высокое. Вот как можете видеть, RTX 3070 вывозит, но также еще и будет как бы запись, поэтому из-за записи мы ставим еще DLSS. Качество DLSS обработки на качество. И FSR Free Frame Rate Generation у меня включен в настройках. Ну а так, средне-высокие, он вообще на низко. В принципе, без записи вы можете поиграть. С более лучшими настройками поиграться, может быть, это что-то даст. Вот. Новая игра. Давайте выбираем сложность среднюю. Есть новичок, а сталкер — это средняя сложность, подойдет игрокам, которые в равной степени интересуются сюжетом и боевыми столкновениями. Давай, сталкер. Громкость заставок, конечно, жесть какая громкая. Не смог ее настроить. І останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченого НДЧАЗу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Заставка напоминает первый стрим. Ну, графу. Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Ты там живой? Нормально. Да я в порядке. Разбушевалась сегодня. Что-то сегодня разбушевалась. Бачишь, а? Свечку что-то видишь? Жахнуло. Жахнуло такая. Не помятаю. На моей памяти такое впервые. До места далеко? Далеко до места? Не совсем. Да ну так. Не очень. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні, лівіше розлому. Жить.
Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Так, і там нього спрашивают про артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив за свою аномальну енергію. А що це за апарат? Цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Дев'ятий сектор. Вижу розлом. Показуй, що знайшов. Давай свою находку сюди. Що? Це що біса таке? Це що за херня така? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він не з зони. Це не з зони артефакт. І де ти його знайшов? А де ти його взяв? Під ліжком лежав. Під кроватю знайшов. А. Свій. За кого ти мене маєш? Камішек. Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? За кого мене держиш? Якщо це не артефакт, знаєш, мені... то він рознесе все до бісової матері! Сканер. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Давай, шевелись. Этот камінь мені новий дім. Пророчит. Что ж в нем такого в этом камне? Так, зарядил его вовнутрь. Блин, у заставки графон вообще офигенно. Самое главное, чтобы все объекты. Дистанция бункера ученых. Негода пояснить, что. Доберись до бункера ученых. Він уже чекає на тебе. Щасти. У тебя уже ждет. Удачи. Походу, то ли ей яркости приходи. Первый раз я когда играл, было все тюрьма. Блін, графон моє почтіння. Крещен прийнято. Висуваю групу реагування. Кінець зв'язку. Якщо що, пробуйте ігру перезагружати заново. Хоча б уровень. Не з самої гри виходіть, хоча б уровень. Тому що перші мої попытки, вони якісь були странні. Може, я вже привик. Ну, в принципе, здесь чувствуется энергия. Блин, куда это я свалился? Куда идти-то? На эту точку. А, блин. Это стены реактора или что? А чё все обломки замерли в воздухе? Так. Темновато, темновато. Це присесть. Так. С прицелом. О, поднять консерв. Странно, как-то вот именно наводишься на предметы, которые находишь. Почему так какие-то призы ловишь?
некоторые предметы можно повредить с помощью оружия. Во, правый мотор сервиса. Вот опять призы. Что с этой дверью? Почему она выйдет? Самый прикол. Я первый раз тут блуждал капец в темноте и материл все на свете. Оказывается, фонарик. Л. Английская Л. Йон. Как я вам сейчас упрощаю? Я даже подумать не мог, что Л. Английская Л. О, так вот оказывается, где калаш. Можно перетащить, а можно забрать все. Но самое интересное, все не забирается. Нужно каждый предмет отдельно. Так, от первой части. И выход из меню инвентаря. Это S. V для удара приклада. Версия игры стимовская. Почему 30 FPS? Не, ну да, там само просто. Вообще. Задание. Труп. Так, 4 аптечечки. Ничего, сообразим походу. Куда это я влез, блядь? Фонаря ничего не видно, пацаны. Буква Л нас опять выручает. Писец. Открыть инвентарь, блин. Да, инвентарь. КПК подобрали. Калаш тебе взад. А, заброшки они не меняются. О, очень старый друг. Ну, не сказать, что прям отличается от сталкера оригинального. Тоже так смотрится, как моделька. Ну, естественно, качество получше. Дістався бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Так, найти доктора не буду. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Вы если меняете настройки, перезагружайте игру. Хуже уж точно не будет. Ну или хотя бы уровень. О, щит, что такое? Ладно. Дістався бункера. Знайди доктора негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Я лучше подлечусь, а то мы в прошлый раз сдохли.
Що тут, бляха, відбувалось? У. Доктор Евгений, забрать. Компуктер. О. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух. Детектор отклик. Надеть. Детектор для аномалий. Кнопка забрать все, а все равно все не забирать, не так как раньше было. Так. Все равно какие-то микрофрезы вот здесь, подгрузки. Не очень-то приятно. Заберу все, наверное. Ну что там? Куда ты попал? Посориентировался. Я Кераштовчан. Мертвый? Господи. Забирайся, звідти негайно! Ты что ты орешь? Да? Не стари. Кажи, да зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Найди ноутбук, координаты должны быть там. Получите информацию о точках сканирования. Ну все, у нас за дороги нет. Ничего не произошло. Ух. Может его уже обыскивать. О, ноутбук. Да здравствует XP, Windows XP. Эй, нагода! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид, новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, нехорошенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Сам розберуся. Правильна відповідь. Ой, ну, і чехівчик вже запалився. Ну все, відбій клієнт. Чому жизнь у тебе? Координати отримав? Сподівайся так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт. Та йому. Який захистить від радіації. Артефакт. Доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то йди в пояс. Да, спасибо. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Погодься. Буде вкрай недолуха. Так легко, блядь, найди артефакт. Аптечку лучше сожрать. Самое интересное, я потом пошел посмотрел.
Человек точно так же тупит. Оказывается, пацаны. Цифра 7. Это если вы перезагружаетесь, у вас пропадает этот детектор артефактов, блять. Сканер. А если 7 нажать, просто 7, он снова появляется. И самое интересное. Артефакт, вот он. Всё, блядь, сколько я морочил голову с этой херней. Капец. Всё. Берем оружие, погнали. Чё такое? О. А кто тут такой? Да в пяточка сохранится. Ты смотри какой. А как я туда должен попасть, а? Нет. Вот козёл, блин. Фонарь мне вызывает. Да пошел ты нафиг. Блин, теперь нельзя забрать все побыстрее. Бля. Дубль 2. Опять. Как видите, все просто. Я ж сохранялся, да? Есть все. Фух. Я, короче, текаю от него. Так, сохранение. Остановить сканер. Блин, ну графон и четкость радует в игре. Так, подключился. Ты еще живой-то? Дождешься такая непримітна. Хуясь, я не ебал. Опять мертвый. Фух, ну мы хоть продвинулись, хоть чуть-чуть. Чего мне это стоило? В чем прикол? Надо дождаться завершения работы. Слушай, заряджание завжди таке непримітне. Хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Забрати сканер, надіть артефакт, не обов'язково. Іду до наступної точки. Іду на следующую точку. Я вообще ничего не понял, что произошло. Какие-то, блядь... Что это такое? Пока вообще как салага. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Тихо.
Ву-в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 у. Последняя попытка. Ух. У меня еще места нет на жестком, хоть бы хватило для записи. Так, тихо, не паникуй. Час еще є. Іду до наступної точки. А капец. Блядь, жру уже вторую аптечку. Капец, что за оружие такое? Забрать все. Вандал, блядь. Я думал, это будет сложнее. Да блин, забери у него все. Ой, колбаска, первая колбаска моя. Блин, капец. Пацаны, как я намучился с этой игрой. Что такое? У него то ли кровотечение, надо бинты научиться использовать. Да еще чел. Ай, все. Блин, аптечек нема, нихера. А где предыдущий? Ём. Блять, не видно ни хера. Фонарем еще куда не шло. Нон-стоп. Что это такое? Очередная точка на карте. Блин, не, ну эффекты в игре классные. Микрофон. Но временами проседает FPS. Из-за чего непонятно. Блять. Я сегодня еще сталкер старый пробовал. Блин, Чернобыль. Не могу тут понять, что увижу. Короче, пацаны, продолжение на стримах будет. Я очень хотел поиграть сегодня, очень долго мудился с настройками. В итоге ночью играли. Я уставший, злой. Всем спасибо за просмотр, лайки поставьте, если вам понравилось. Будем, наверное, проходить на стримах. Ну, по крайней мере, попробуем еще попроходить. Графон в игре прикольный. У меня все.
Всем япьяп, увидимся.